Ребята, угадайте, кого мы ищем? Всем привет! Ребята, меня зовут Питерский обзор игр, кстати. Угадайте, кого мы ищем? Я с Лёвой гуляю, кстати. Вот вообще, поздоровайте Лёва. Его канал про игры топ. Ой, про топ, короче. Ребята, там какая-то... давайте следить за ним. Давайте за ним следить. Сейчас мы будем за ними следить, короче. Давай последим за Настей Фисенко, а? Гоза Фисенко следить, а? Она как раз убежала, давай следить за ним. Ребята, сейчас мы за Фисенкой будем следить, Настя. Что предлагаю? Я ничего не буду есть, я не сразу говорю. Я не хочу кока-колу. Да нет, ее нельзя. А что тут? Да нет. Нет, спасибо, нет. Ладно, ребят, давайте пойдем вообще снимать дальше. Ребята, вообще, угадайте, как? Вообще, где находится эта, блин, Настя Фисенко? Пожалуйста, блин, напишите в комментариях. Ребята, вообще, меня пропиарил, кстати, Скорпион Лебедев. Да, вы не ослышались. Меня вообще пропиарил Скорпион Лебедев, кстати, ребята. Сейчас мы вообще... Так, сейчас меня снимает вообще Лёва. Вот вообще будет запись от лица меня Куда она ушла? И от лица Лёвы, да? За... А, она там, смотри! Спрячемся! На, давай на... Го на ртота выбегать! На ртота! Я знаю, где она! Я её видел, реально, ребята! Если вы видели, то лайк ставьте. Короче, смотрите. Ребята, вообще, угадайте, где она, короче, находится, а? Напишите в комментариях. Кстати, это запись от лица Лёвы будет. И от лица меня, да? Всё, вот запись от лица меня, кстати, ребята, вообще. Мы её уже ищем очень долго, эту Настю Фисенко. Чего она свалила, блин? Чем она вообще сваливает? Я знаю, где она. Я догадываюсь. Где же она может быть? Ребята, вообще, угадайте. Так, она, короче, находится дома. Она дома, смотрите. А там кое-кто сидит. Ложка сидит, ребята. Смотрите, там реально ложка. А, смотрите, вот убежал он. Я могу приблизить. Вот, смотрите, да он убегает. И я выследил его. Я вижу ложку. Кстати, ложка в подъезд пошел, наверное, да. Я вообще не знаю. Короче, куда он пошел? Это просто жесть, ребята. Короче. Ложка живет, смотрите, где. Он, походу, бежал, короче, куда-то. Не знаю, куда, но он реально куда-то убежал, короче. Это вообще так странно, блин. Но, ребята, вообще, пожалуйста. Я знаю, где живет Лоло. Я знаю, на каком этаже Ложка живет, показать тебе. Ну, короче, где Ложка сейчас живет? Ребята, кстати, пожалуйста. На третьем этаже, дверь посередине, подъезд. А подъезд номер три? Подъезд вот тот, вот смотри, вот. Подъезд посередине. Последний или предпоследний? Посередине подъезд, вот. Вот этот вот третий, да? Да. Этаж третий, дверь посередине. Три. А, она прячется в подъезде или за машиной. Нет, она там лежала, не могла быстро сюда так пробежать. Она куда сюда пробежала? Ага, я знаю, давайте Ложке позвоним, скажем, где он находится. Она тебя назвала долбоёбом, она тебя реально долбоёбом назвала. Она тебя, короче, блин, она тебя обозвала вообще, реально. Она тебя сегодня обозвала, сказала, что, типа, где этот, блин, дебил? Это она тебя так назвала. Она меня не знает. А, это она сказала, где, типа... Вот. Ладно, я отключаюсь. Ребята, вообще, давайте прощаться, короче. Всем пока, ребята.